Всем привет! Меня зовут Олег Гром, добро пожаловать на канал мужских увлечений Nintendo Switch. Покажу некоторые моменты, которые я к ней приобрел. Буквально вот пришла такая коробочка на 4 карика, миниатюрная, компактная, чтобы основные коробки от картриджей никак, значится, не тягать. Можно брать такую вот мелкую, открывается с одной стороны, открывается с другой стороны. Прикольно, удобно, да. Бывает разных цветов. У меня пока что мало картриджев, соответственно, только 2. Так что вот решил, что на 4 вполне себе достаточно. Вот, это раз. И второй момент. Буквально только забрал вот такой вот Crystal Protector. Очень классно был упакован. Невероятно классно. Куча пупырки была, и еще вспененный какой-то пенопласт, но не как обычный, какой-то другой, вот как будто вторичный пенопласт или что-то такое, ну, то есть переработан, может, не знаю. В общем, очень классно было упаковано, особенно учитывая, что это просто китайская такая вот штука, ну, упаковали просто невероятно. Видимо, боялись, чтобы не сломали на почте, поэтому продавцу огромное спасибо, это просто шикарно, просто особо. Короче, давайте открывать, посмотрим, как эта штука подойдет или не подойдет для джойконов и, соответственно, для свеча. Пластиковый такой кейсик. Ну, то есть, все, что надо сделать, это, собственно, получается вот так вот. Вот так вот вставить. И вот так защелкнуть. И все, вот такой вот бампер получается. Оп, класс. Можно откидывать ножку. Везде в нужных местах отверстия имеются. Ну чё, гуд. Окей. Так. Да, небогатый у меня выбор, да, конечно. Давайте попробуем джойконы одеть в защитные чехольчики. Так, это мы уберем. Джойкончики сюда. Отмена. Так, карту игры пока вставлять не будем. Поехали. Достаем какой-то левый или правый. Он же двухсторонний, как-то так одеваться должно. Со всех сторон, с бамперами. Интересно. Такая мера. Взял на пробу, интереса ради. Так, это, наверное, левый, да? Так. Прикладываешь. Окей. А это как? Как это одеть? Наверное, отсюда. Дальше должна защелкнуть. Так, она защелкнулась. Но теперь как эту вернуть на место? Как там должно все сесть же? Сейчас, подождите, я посмотрю, чтобы мне было видно. Тут большие защелки есть. Вот оно все встало, все на местах. Вау! 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 Это круто! Вот это круто! Прям, да! Это очень хорошо. Доступ к кнопкам есть. Окей. Давайте правый джойкон оденем. Точно так же. Вот это класс! Ну, это для любителей, чтобы не поцарапалось, чтобы более-менее выглядело хорошо. Есть силиконовые чехлы, но мне силиконовые чехлы как-то менее нравятся. Хотя они, наверное, будут потоньше, но нравятся они мне поменьше. Ага, смотрите, здесь прям все как... А, нет, наоборот, вначале сюда, а потом сюда. Так, одели. Раз... И одели два. Так, ну клавиши все на местах. Джойконами можно пользоваться. Можно ли их пристегнуть при этом? Прекрасно пристегивается. Прекрасно пристегивается. И все получается в таком бампере. Ха. А что? Вполне себе, да. Вполне себе прикольно. Класс. Единственный момент, в этом бампере не поставишь всю консоль,
в док-станцию. Ну, вот именно вот, вот в этом. Джойконы-то они с боков, они войдут, а вот это уже не войдет, потому что я уверен, я даже сейчас попробую. Нет, не вставляется. Чтобы в док-станцию воткнуть, надо, скорее всего, этот чехол будет снимать, либо как-то там мудрить, придумывать, чтобы как-то там хитро закручено это все вставлялось и работало. Вот, такие дела, друзья. Классный кейсик. Придется снять его, если в док-станцию, конечно, ставить. Но на джойконах я оставлю. На джойконах оставлю. Вот это уже гуд. Вот. Вот такая вот коробочка. Вот так вот это все выглядело. Ставьте лайки, если понравилось. Делитесь видео с друзьями. С вами был я, Олег Гром. Ну и подписывайся на канал, если еще не подписан, приятель. До скорых встреч. Пока-пока.